справа. Кто там так эротично дышит? Ага, кто за так жестко там? Не, не Вульвер, не интересно все. Я выхожу из этой игры. Еще один Левайт. Я Вульвера не вижу, мне скучно все. Пониже, пониже. Опа. Опа. Не, это не конфешн. Они на одном твоем замахе в пятером не убегут. Все-таки это тоже второй дивизион, но не такой мощный клуб, как конфешн. Эти не убегают, и толпой на замах. Я не знаю, где я уже потом хотел бы отпаса дать. Я думал, ты хочешь, как вчера. Навесил бы. Топовых игроков замахами убирать. От меня слово навес не жди. Навес это у меня последняя очередь, когда уже я не буду вообще знать, что делать. У меня они не прокачаны, на ноль прокачаны. Дальний центр. Вовчон, иногда для меня, ради меня. Вот для тебя разве что один, но... Вышли. Голевой один, выдам и все. Давай. Не, ну прострельчик-то... Не, прострельчик это можно, да. Прострельчик без вопросов. Я этого держу. Давайте вы соберете. Ебать. Чё бот сейчас сотворил? Скидочку сделал красивую. Спокойно, спокойно. Кручу, верчу, всех хочу. Да я ему отдал пас с отбором. Наш. Ой, сори. Выхожу. У них кипер вылетит. Ну, нормально, но у нас фри, у них кипер. Равноценный размер. Это еще ладно. Причем раскачан. Ой-ой-ой, хорошо. Есть. Нет, падай тебе. Серега, блядь. Нет, так, Сереге надо как вчера. Лаги. У него нет Серега, лагов, нету смысла от Сереги. Тихо. Так, идем я. Рука была. Пух, давай тоже сюда. Серега, а мне не останавливается. В защите, Тох, останься за Пуха. Серегу можно менять. Давай дальний 11. На, да. У него сегодня не лагает, он бесполезен. Сразу кину, давай. Гриш, давай на счет 3 подавать. Но у него не останавливается. Ну ты отсчет, иди, я буду на 3 подавать. Ого, хорошо. Нормально промах. Хорошо, спокойно. Эх, погребник. Читал. Хорош. Давид, уходи ты с фланга, Давид. На фланг можно смещаться, когда мяч еще на нашей половине поля открываться туда. Когда уже на чужую перешли, уже крайне надо.
Давид, подойди к ЦЗ, он опять. Поиграйте немножко правым флангом. Вот он, правый фланг. Хорош. Вот сейчас на всю силу на 11 давай. Подожди. Давай, я сейчас уведу еще одного сюда. Считайте ему. На всю. Давай, раз, два, три. Ну, хорош, блядь. Блин, он близкий. Короче, если на всю силу, то с полпути можно перехватить. Ну иногда просто перекинуть игрока-то надо, Давид. Не всегда он свободный коридор. Ай. Есть. Ну, Серег, почему наверх? Да я тебе давал. Ты что-то туда привязалась почему-то. Это опасненько. Дим, я же перед тобой был. Я Сереге давал. Ну. Честно, не знаю, что-то. Виноват. Серега так хорошо пас на фланге был. Блять. Нормально, нормально, хорош. Набирай, набирай. Я хорошо. Пробуй, Серега. Да их, блин. Что-то Давиду проткнуть. Стрим, вы трубаните Сереге интернет. Пусть играет через модем, я не знаю, через сотовый. Через 3G пусть играет. Вот. Вообще будет звезда. Я и так звезда, давай не надо мне тут. Будешь мессиподобная звезда. А я, Олег, запускал Origin и FIFA даже через 3G. Меня что-то лагал в интернете. Это пиздец. Я с таковой на 4G играл. Вообще 4G это не то, именно 3G там же. А не факт, что он был 4G. Хорош, спокойно. Потупливал, конечно. Там отклик очень большой на 3G. Что бы ты ни делал, даже если хороший нет, отклик все равно огромный. Для такой игры. 4G то там уже терпимый отклик, меньше сотни. Бля, их. Че их не? Сейчас можно было в атланг, Давид. Нужно было даже. Сейчас уходи. Блин, я не видел время. Ну такое, такое. Да. Не, ну если вы меня попросите, я забью, конечно. Да кричали уже, Серег, бей, забивай. Я что-то не слышал. Игрок был перед тобой, когда были пустые ворота. Не, надо попросить Сережу, забей, пожалуйста. Увеличий могучий Ксергис. Принеси радость нашей команде. Заказ принят. Надеюсь, вы его в этом матче оформите. Надеюсь, на этой неделе. Даже так. 3 года на исполнение. Ух, опять ты стадион не поменял. Отличный стадион. Спросите у Фарина, в какой стадион надо поставить. Закидывай. Там круто, там ворот нет. Пережал. А потом еще в итоге у тебя нет ворот, а русотуристы получают ТП. Вообще тема. Без проигрыша, ТП, Варик. Но они ТП вроде за переигровку получили. А как они первый раз сыграли, интересно? Они не сыграли, Олег. Про Фалинов же, да? Угу. Ну да. Они не сыграли. Это как переигровка, если они не сыграли. Что они тогда переигрывали? Не, ну там переигрывали они, это как бы матч переносился, в смысле. А они перенесли и не пришли? Там 2 выхода у них было. Я вообще, Аслан, понял это, тебе написали, ну знаешь, как, типа, в шутку. Я так думаю, что там вообще не переигрывали ничего. Просто ТП поставили. Можете на игру сконцентрироваться?
Теперь, да, концентрируемся. Где наши ЦЗ? Заебали хуйню нанести. Серега Фривинова. Вчера, кстати, весь матч несли, и было все хорошо. Сейчас вот как сконцентрируйтесь, и полетим как со Спарты. Тоже были сконцентрированы до хрена. Да и чувер проиграл. Блять, вот еще. Ну мне бы катнул уже. Еще и боту. Давай сверху. Давид, дожимай. Забрось. Давид. Ну, завис. Ты из этой хуйни всех сбиваешь в защиту. Еще мяч не отняли, ты уже забрось. Ну, отняли уже. Там я мяч только перехватывал, когда ты говорил. Хорош. Ах. Ну что он так полетел? Наверное, на ускорение. Спокойно. Опять навес. Навесы дрочат. Хорошо. Стыдно так играть. Плохо, да, ведь все забежали. Что ты там же один ты стоял? Нахрена перекипрасывать? У вас какая минута? 70. Я матч сыграл. Да. Бля, ну, я же на его пути стоял. Бля, ну вот как только что не прихватил. Ладно. Давай нижнего бери. О, Ява Бланкас. Он же у нас играл, не? Только они издеваются. Сейчас они поиздеваются. Ну правильно, что ты тут устраиваешь? Давай, Серег. Ну нахуй. Тут даже издеваться не надо, вы сами все просто сдают. Ну да. Вот сейчас навесы, если не идут, что на них сваливаться? Раскатывать. Там были зоны, куда можно короткий бил дать. Давай. Не спеши только сильно, Давид. Бля, ну... Отлично, так что это? На ускорении, Бля... Да молодцы, пацаны, господи. 1-0 забили, спокойно игру ведут. Ика на 40-м месте. Как это называется, да? Флангу то. Да бред, я не могу на фланг вынести нормально. Как вы просите сильно, блин. А не сильно, ну, он... надо, я... Тебе не говорят, Олег, прямо вот на край. Так, ну, на Давид туда вечно смещается, почти к полосе. Не получается, то на него нормально. Потренируйся. Давид, значит, ближе, они на пол надо, блядь.
Да, блин, что? На полосу реально трудно. Давай, 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 давай. Есть, Давид. Блин, что такое? Твоя в одну точку. Я его маму ебал. Офсайд был. Значит, офсайд был раз. Давай, сучий пот. Да не, бить я не буду. Давай, давай разыграем. Перед поближе стенкой встань, пятку за стенку. Поближе. Можно один. Еще ближе, да, еще да, ближе да, можешь встать. Центр потом кидаю. Все. Давай, раз, два, три. Диагональ куда? Давай. Блин. Блин. Ну почему на меня, блядь, привязало погребника почему? Ой! Хорош. Нормально, отлично. Траекторию-то изменил. Хорош. Грузите, пацаны. Давид, давай я с тобой здесь. Блин, надо на фланг, а нет, Александру никак. Я убил Пастина. Там, кстати, трое в центре бежало, можно было катить просто. Да. В центр. Зачем на фланг и навес? Последний шанс. Один навес. Последний шанс. Экс-экс. Уже первый дим. Бля, я чуть-чуть не успел убежать. Еще есть шансик, убивай. Нет шансика. Забили на контре. Ну, у меня не вынес он в касание. Я хотел в касание выбить. Давайте фри на цок. Давай, только он, чтобы он не вылится, наверное, да? Фри играл на цоке. Ты что, не видел, да? Даже сейчас играет. Фри вылетает, ну блин. Серёга. Да чё толку-то уже, конец. Ну, блин, ну, все как можно играть так в Four Stars, а? Не, на самом какой деле... Форстарс? Да, да, на самом деле посрать, но то, что сейчас было...